Меня зовут Вита, а это моя мама, Катя, а это Соня, моя крестная фея. Но с тетей Соней есть навязчивая идея – выдать маму замуж. Но я на месте. Как я узнаю мужчину моей мечты? Ну, в этот раз точно твой вариант. У нас сегодня первое свидание. Это мои братья-близнецы. Ярослав. Мудрый. Нормальный. Крайне интересный персонаж. Я в еде неприхотлив. Могу даже просроченное, но не выбрасывать же. Вкусненьким у вас тут пахнет. Ты за котом не убрала. Я смотрю, свидание удалось? Мне тоже интересно, почему ты до сих пор не женат. Молод, красив, успешен. Да. Так в чем проблема? Я ее еще не встретил. Актер Юрий Черкасов. Черкасов. Ну что, определились? У вас есть Юрий Черкасов? Сколько? Стоп! Тебе деньги-то брать, есть идеи? А что за фильм снимают? Вдохи, шаги навстречу, выдох и стоп. Звонила вам по поводу ужина. Вечность, мы ловим кайф, ловим кайф. Совсем скоро. Или жениться уже. Живу ради этой встречи, свет мой тобой. Похож? А на кого? Мы ловим кайф, ловим кайф. Меняем план. Еще что такое, открыть будет? Пойдем через парк. А парк в другой стороне? Парк в другой стороне.